целям, и занятие наше будет посвящено следующей теме. И взрослые дети любят эстафеты. Прежде чем мы начнем эстафеты наши демонстрировать, мы должны показать, как ныряют люди в воде. Это принцип крыла. Ваша голова должна находиться ниже уровня ног. Движение руками через стороны до ног, затем вдоль туловища вы выпрямляете руки вперед. Ногами движение, как во время плавания в раз. Посмотрите внимательно, я показываю медленно, вдох.